Привет всем любителям World of Tanks от команды DIN. Сегодня с вами мистер Гордон Фриман, и мы начинаем серию видеороликов о нашей любимой игре. Так как киберспортивный формат 7.54 нам ближе и роднее всего, именно с него мы и начнем. В первом нашем сюжете мы хотим обсудить роль самого маленького танка по уровню, но никак не по значению. Итак, в сетапе может быть только один танк 6 уровня. И этот слот команда нередко использует для артиллерии. Причем как на открытых, так и на городских картах. Очень нечасто, но все-таки в боях встречаются и тяжелые танки 6 уровня. Арль 44, внимание! Арль 44, и еще Господи, раз внимание, это скворечник! Башня. Это скворечник! Это просто ужас! И все-таки чаще всего команды используют легкий танк, поэтому рассмотрим этот вариант более подробно. Итак. Какие же задачи стоят перед светляком 6 уровня? Первое и самое очевидное – это подсвет вражеских танков. Особенно важна в начале боя. Зачастую от информации, полученной от светляка, зависит разъезд остальной команды и общая концепция тактики на бой. Сейчас мы видим один из примеров первоначального засвета. Т-37 подсветил сразу два направления, где могли бы оказаться танки соперника. Проезд по банану, а также проезд в квадрате К5. На открытых картах, как правило, команда концентрируется на одном направлении, оставляя на откуп разведчику другой фланг. И это очень ответственная задача. Неосторожность может привести к полной потере контроля за половиной карты. Вторая, не менее важная задача – противостояние с оппонентом, таким же светляком вражеской команды. Уничтожив своего собрата из другой команды, можно доставить очень много хлопот сопернику. Несколькими советами по участию в такой перестрелке с нами поделится лидер команды Low Team Артём Упс Сложеникин. Первое, что вам нужно сделать, прежде чем ехать на врага, знать комплектующие машины соперника, барабан или обычная пушка. И самое главное, продумать, для чего вражеская команда берет данного светляка, чтобы в охоте за ним получить преимущество. Второе. Не спешите лезть драться. Многие светляки нуждаются в преимуществе по ХП, которое можно заработать на неосторожности соперника. Чем раньше вы получите преимущество по ХП, тем надежнее и крепче свяжете руки вашему сопернику. Третье. Держите безопасную дистанцию. Пока вы точно не будете уверены, что сможете перестрелять вашего врага, держите в голове то, что ценой вашего промаха станет открытый фланг для маневра вражеской команде. Переходим к следующей ситуации. Вам удалось в дуэли уничтожить своего оппонента, или же за вас это сделали союзники. Это значит, что у вас появляется большая свобода действий. И маленький танк начинает представлять очень большую угрозу для соперника. Из разведчика он может превратиться в основного дамагера в бою. Своими мыслями о том, как играть в такой ситуации, с нами поделится один из лучших игроков на данной технике, Алексей Булкин-Жильцов из команды WePlay. Всем привет! Из танка 6 уровней для себя я оптимальным считаю Т-37 за его характеристики в основном дамагера, а не сопляка. У Т-37 основные задачи — это пассивный свет и активная поддержка. Ну, с пассивным светом все понятно, объяснять это ему не надо, стал плюс, сиди себе спокойно. А с активной поддержкой все сложнее. Главная задача Т-37 в качестве активной поддержки — отвлечение противника на себя, как говорится, разводить стволы и создавать тем самым перекрестный огонь.
Если же противник игнорирует по каким-то причинам или не считает нужным стрелять 37-го, то 37-й может натворить бед покруче всяких восьмерок. Сколько может наносить урона маленький танчик, Булкин регулярно демонстрирует на матчах в Golden League. Переходим к следующей функции шестерки. Маленький танк – основной захватчик базы. Обычно именно его первым ставят в круг на таких картах, как Степи или Химмельсдорф. Во-первых, потому что он имеет низкий силуэт. Во-вторых, его потеря, в отличие от потери танка 8 уровня, не так сильно скажется на дальнейшей боеспособности команды. При розыгрыше некоторых тактик команда использует свой низкоуровневый светляк как укрытие, заведомо подставляя его под огонь противника, а потом используя уже выведенный из строя танк. Очень часто команды прячут танки за своим разведчиком на базе и пытаются захватить ее. Это не самое лучшее решение, так как скиллованные игроки с нескольких попыток находят прострелы или попросту сбивают захват фугасом. Но есть и более эффективные позиции, где труп светляка можно использовать как щит. Одно из таких решений вы сейчас видите на нашем видео. Помимо основных своих задач, шестые уровни могут решать и множество дополнительных, в зависимости от задумки капитанов. Рассмотрим одну из них. Карта Руинберг со стороны атаки. АМХ-5100 заезжает в позицию на центральной улице, из которой он может очень эффективно наносить урон по вражеским танкам. Но без поддержки нашего маленького разведчика он очень уязвим, так как, разрядив барабан, он становится на 40 с небольшим секунд абсолютно беззащитным даже перед вражеским Т-37. Когда же они работают в паре, сопернику становится в разы сложнее законтрить эту позицию. Какие же легкие танки чаще всего используются в киберспортивном формате? Бесспорно, самый популярный и востребованный – это американский Т-37. При переходе с формата 7.42 на 7.54 он использовался всеми практически безальтернативно. Он и до сегодняшнего дня чаще других встречается в составах команд, но постепенно сдает свои позиции. В зависимости от тактики и задумок на игры, мы видим в игре такие танки, как АМХ-12Т, МТ-25 и даже ВК-2801. Лидером среди этих новичков выглядит Т-21. О плюсах этого танка нам расскажет капитан одной из сильнейших команд мира, Дмитрий Левша-Палащенко. Всем привет! В командных боях используются, как правило, 4 танка 6 уровня. Это АМХ-12Т, 5916, Т-37 или Т-21. АМХ-12Т и 5916 используются для определенных целей. У Т-37 и Т-21, как правило, одна и та же роль. И тут стоит выбор, какой танк выбрать. Лично я больше предпочитаю играть на Т-21, потому что у него чуть скорострельнее орудие и меньше размеры танка. И иногда удается на нем скрыться в рельефе и не получить лишний урон, так как что у одного, что у другого башня картонная. При этом он уступает максимальной скорости Т-37 и бронепробитие под калиберным снарядом. Но, как правило, этого бронепробития хватает, чтобы пробивать танки 8 уровня. Ну что же, вот и подошел к концу наш небольшой обзор по использованию танков 6 уровня в киберспортивном формате. Надеемся, что вам было интересно. Ждем от вас отзывов и предложений о том, что бы вы хотели увидеть в наших следующих выпусках. Желаем вам удачи на полях сражений. Болейте за Динкс!